Африканская чума свиней уже менее чем в 200 километрах от нас. Болезнь, от которой за несколько дней может погибнуть поголовье целой фермы, обнаружили уже в Тверской области. Лекарства от африканской чумы свиней нет. Способ борьбы с ее распространением только один – уничтожение всех больных животных. Ярославская область не относится к числу неблагополучных регионов, но меры по предупреждению заноса опасного вируса принимаются уже несколько лет. Под особым контролем и свиноводческие хозяйства, и животные, прибывающие в наш регион. В последнее время намечается тенденция заноса вируса африканской чумы из стационарно неблагополучных регионов. Происходит это из-за несанкционированных перевозок животноводческой продукции и также больных животных, либо каких-то контрабандных вот этих перевозок.